Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, решили мы сегодня половить кумжу и окуня, но перед этим решили половить гальянчика. И уже на гальянчика попробовать половить окуня и кумжу. Вот как закрутил. Значит, приехали, поставили паука. Думали с помощью паука попробовать. И хлебушек бросали. Не идут. Поэтому принято решение. Маленький заглотыш. И вот рыбачим. О. Вот такой гальянчик маленький. У нас уже поймано их несколько штучек. Несколько штучек, да, не один. Он у нас уже. Почти. Вот такие. Вон они. Гальянчик? Гальянчик. Куда идем мы с Юрием Петровичем? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, о нет, о нет, о нет. А мы на рыбалке уже практически пришли. О, мои любимые сыроежки. Смотрите, их сколько здесь, а? Вы только посмотрите. Сыроежка на сыроежке. Самые вкусненькие. О, тут вообще целое семейство их. Блин, надо пакет. Ух, какие красавчики стоят. Я говорю, раньше я сыроежки не очень любил. Но оказывается, их надо просто уметь готовить. Так, ладно, Юрий Петрович убежал, надо догонять. Мы на месте рыбалки. Сейчас будем выбирать место, где тут поудобнее встать. И будем рыбачить. Форелька мошкару подбирает, а на удочку на червя брать отказывается. Угу. Вообще подчистую. Поэтому предлагаю. О, о, клюнуло. Да. Прям рядышком. Ни хрена себе. Да я сам в шоке. Ну, о, да. Да мелочь. Мелочь, мелочь, но она клюнула. Да. Значит, есть мелочь, должна быть и крупная. Будем ждать. Значит, там это самое, там еще глубже. Вот видишь он? Ага. Метр, наверное. Да. Мы просто не знаем здесь даже глубину, я здесь ни разу не плавал. Ладно, продолжим пока рыбалку нашу. Тот-то у меня повел, аж удочку дергать начал. О, рыбка, рыбка идет. Не хочет на поверхность даже выходить. О, посмотрите какая, а, красавица. Это я пошел этого гальяна ставить. А, так, держите. Ну, дорогие друзья, смотрите, какая красотка, а? Ай-яй-яй. Ну, сколько? Грамм 400, наверное, полкило. Да. Не меньше. Ой, вот какая. Ну, и заглотила, как всегда. Хорошая рыба, она и клюет на зачет. Так, у меня поклевочка. Сейчас посмотрим, что же у нас там будет. Ух, леска натянулась, натянулась, сюда натянулась.
кумжечка. Вот такая. Небольшая. Сильно не зацепилась. Да, жалко. Ожог ей принес. Ожог. Дорогие друзья, ну не видел я дохлой кумжи. Ну ожог. Ну что ж теперь ее домой брать. Пусть родная бежит. Опа, давай, беги. Спасибо за поклевку тебе. Дорогие друзья, а мы пока продолжим рыбачить. О, поклевочка у нас. Ух, как она дернула-то. Есть? Есть. Так, удочку-то выше. Вы играйте. Без мата здесь никак. Сейчас столько на комментариях напишет, что не так подтаскиваем. Ай, я же споткнулся. Да я уезжал. Заглад на заглот. Ну ждали-то 3 секунды ровно, ё-моё. Ну так... Не, все, сходу. Ну вон, видишь, как куда. Не, все. Далеко, блин. Жалко, ну что ж поделаешь. Так, 3 поплавка в воде, 2 червяка и 1 гальян. Посмотрим, на что клюнет. Юрий Петрович сделал новую удочку с 10-граммовым грузиком, огромным поплавком. О, утонуло! О, есть? Да. И что там? Сейчас посмотрим. Хорошая, нехуй. Сейчас посмотрим. Удочку-то выше поднимайте. А, подводите. Ух ты, не идет? Не идет. Ну, не такая она и здоровая. Я-то думал, там покрупнее. Я тоже думал, что она покрупнее. Да. Да. Ну ладно, что, рыба? Удочка. Где поплавок-то, Юрий? Да дергайте, что вы? Подсекайте. Есть? Да. О, что, не идет? Давай. Так, удочку выше, выше, выше. А, вот. Оп. Ветки на деревьях мешают. Оп. Кто у нас, кумарь или форелька? Ну-ка. Это форелька. Форелька. Захватила, да, тоже. Да, захватила полностью. Угу. Ну, ничего не поделаешь. Будем брать. А, ладно, рыбка ловится, и слава богу. У нас поклевочка. Так я уже не вижу поплавка. Да? По наитию. Наверное, утонул. Не, вон вижу его. Ага. Утонул. Уже утонул. Что у нас там? Что-то есть, да? Ну, о! Есть. Удочка-то в дугу. Ага. Где она там, родная? Что за рыбка? А, ну, крупняк. Заглотила, наверное, опять. Сейчас посмотрим. Нет. Не заглотила? Нет. О, отлично. Как. Да. Молодец, рыбка, спасибо, ну, тебе. Иди. Что ты, грех на душу брать не будем. Кумжа? Да. Оп. Все, молодец. А, так вон она, да вон она стоит. Вон, отошла чуть. А, вон, пошла, пошла. Ну, рыбалка у нас пока продолжается. Это радует. Пока я там удочку перебрасывал, Юрий Петрович окуня взял такого. Ну, зачетный, что могу сказать. Да. Хороший окушочек. Горбатый. А у меня вот там на гальяна плавает, плавает, а брать не хочет. Но я все равно буду терпеть и ждать. Может, все-таки клюнет на гальянчик это что-то. Блин, не верится. Почему на гальяна ничего не берет? За губу посажен. Играет там, живой. А брать не хочет. Где поплавок-то? А, вот он. Ух, как его водит-то хорошо. Повел, повел. Пошла рыбка. О, есть. Так. Ну, я-то думал там
Кумжа, да. А тут кумжа, но не такая. Как хотелось бы, конечно. Да. Заглотила, да? Да. Крюк здорового Юрия Петровича, она его на заглот. Так я специально большой поставил, чтобы большая рыба клевала. Ну, она вот такая. Ну что ж, да и кровь уже пошла. Да. Берем. Ну что, во, за счет рыбалки сегодня. У нас поклевка. Поклевка, поклевка. Ничего нету, леска. Подождите, подождите, дайте ей засосать-то. Может, крупная? Давайте, Юрий Петрович. Ну... Идет. Не идет, да? Ну, ну, и хорошая, да? Нет. А это да опять. Это окунь. Окунь опять. Ну все, вечер пришел. Вышел окунь на охоту. Ушла, да. И вышел окунечек на охоту. Ну, окунек нормальный. В уху сойдет. Да. Она, кажется, и там клюет. Красный, дальний. Похоже было. Сейчас повело. Ладно, посмотрим. Вот туда его, да. Да ну, все равно он заглотил, так заглотил. Нет-нет, клюет. Да. Это радует. Рыбка-то у меня клюнула, повела. О, ребята. Идет а тяжело. Очень тяжело, я бы сказал. Что-то она вообще не идет. Хорошая. Не. Ну не, хорошая. Что я говорю? Оп. Вот еще один красавчик. С полкилограмма. Ну не, не с пол. Грамм 400 добитых. Да что ж такое-то, не поймать ее. Ни в какого, какая рыбка. На этом месте мы рыбалочку закончили. И сейчас перейдем еще чуть другое место. Ну, здесь у нас тоже неплохо поймано. Смотрите, а? Такой пакет. Хорошая кумжа. За счет. Достойно, достойно. Зимой бы поймать, был бы счастлив только. Все, пойдем. Пойдем. Рыбачить мы здесь будем, отошли мы метров 300, наверное, и попробуем половить вот здесь. Здесь так рыбка прыгала, неплохая. Осталось забросить и поклевочки дождаться. Ребята, только бросил, сразу же ушло, я даже не успел увидеть, как это было. Сейчас поднатянем. Ну было что-то... О, вон оно. Всплыло? А, нет, там.
ребята. О, зачет. Хорошая рыбка. Блин, я сам не ожидал. Раз кинул и поплавок пропал. Ну, хорошая. Ну, так себе. Сколько это грамм? 300. 300, наверное, да. Ну, зачет, что сказать. Все равно, да. Не, грамм 200. Ну, опять заглотила полностью. Что, будем брать, деваться нам некуда. Зачетная рыбалка. Мне она нравится очень. Так, у меня повела. Что там? Зачет? Да вроде бы когда. Ага. О. Ух ты. Зачетная, что говорить. Ну, мне удача улыбнулась. Да, сегодня это, ну слушайте, полкило битых. Угу. Приятно, да, тащить? Да. Вот. Хорошая кумжа. Кумжа? Да. Кум же, да, хороший, зачетный. Ёлки, крючок большой, заглотилась. По самые, да? Хотя не успели, только клюнуло. Да. Не, зачет, кум же, зачет. Говорить нечего. Поклевочка у нас очередная. А, видите, как там бульк-бульк-бульк. Поплавок хороший, большой. 25 грамм, да? Ну да. Ну что, пора, наверное. Да. Ну, ё, вот обидно. О, Юрий Петрович, там поплавок ушел. А, нет. Ой. Так, 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 так. Так. Так, разряд. Есть. О, пошла гулять, красотка. Ох ты. Вот тут хорошая, что-то идет. Ну, зачетная, да. Так, 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 так. Все подбирать будем. Да не зачетно. Нет. Ой, тихо-тихо-тихо. Нет. О, грамм 300. А, ну да, мне показалось больше. Да я тоже сначала думал, она как пошла-пошла в сторону. Ага. На гальянчик обклюнула бы еще кого-нибудь, было бы вообще хорошо. Ну не хочет на гальяна наклевать. Угу. Зачет, рыбка. Так, и у меня повела. А, леска путается. А, что делать-то? Давай, на. Что там с килограмм? Это что, все? Кумжа. Кумжа от тебя убегает. Крючок. Все. Так, у нас угнал поплавок. Сейчас хозяин удочки прибежит. Хозяин удочки! Уже удочка гнется. Я уже вижу. Ну, ну. Чего? Че, все ты? Сплыл поплавок. Не, ничего, он дальше поплыл. И? Ну, мы не специально эту мелочь ловим. Мы не успеваем. Ну, как мелочь? Нормальная кумжа. Грамм 300, 400. Ага. Грамм 400, наверное, да? Грамм 300. Сейчас пойдем посмотрим, где эти 300 грамм. 400 нет, в любом случае. Ну-ка. Да. Ну, зачет, что? Оставил Юрия Петровича на хозяйстве. Ну, а сам решил пойти грибочки собрать. А какие, смотрите. Зачет. А с картошечкой-то они будут. Жареные. Так, о, маленькие какие. Так-то я уже пакет насобирал, пока ходил. Сколько у меня в пакете? О, кстати, какие зачетные. О, какие. Так что сейчас быстренько пробегусь. О, еще вижу, еще. И насобираю пакетик домой, грибочков. Ну, прям семейство зачетных. А, сыроежек. Видите, сколько. Ох, сейчас насобираю-то. Уже мешок скоро закончится.
Ай, какие зачетные. О, и дальше пошли. Интересно, что ж там у Юрия Петровича-то будет, когда придем? Ну как тут, Юрий Петрович, пока я грибы-то собирал, дела? Клюет. Очень сильно? Да, на гальян окунь. Ага. Вытащил, ну а так две-три кумжечки. Ага. Короче, вот это твои вытащил, еще даже не это самое. Ага. Они за... В общем, удочки вы еще даже не успеваете закидывать. Нет. Я понял. Там он вытащил, забросил тут. Короче. В общем, все бегом. Да. Ну я грибов насобирал. Хорошо. Да. Так, ну что, продолжаем рыбалочку. Еще чуть-чуть и домой скоро. О, есть? Есть. Зачет? Ну. Сопротивляется, да, что-то там? Да. Ух ты. Кумжа? Да. Кумжа, так, осторожно ее. О, ну это вообще зачет. На этой ноте надо и заканчивать, да? Так, осторожней. Тихо-тихо-тихо, не выводите, подводите. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Она сама запрыгнула. Ну вот, что сказать. Зачет. Сколько? Ну, полкило не больше. Полкило битых. Да. Красивая. Она, наверное, у меня брала, а потом у вас. Гальян ей не понравился. Да, да, да. Выплюнула. Ага. Ну, зачет. Сказать нечего. Хорошая рыбка. Давно у нас таких не было. Да. Вся какая-то мелочь, мелочь, а тут вот дело-то наладилось. Что вас там так веселит, Юрий Петрович? Ну, какая красоточка-то наша. Ну, что вы тут окуней надрали? Я сейчас тебе посмотришь, как они берут. Сейчас я посмотрю. Что-то вы прям тут смеетесь, вам весело. Азартно. Так, и... Что тут интересно? Ага. Глубины-то здесь нет. Да и фиг с ней этой глубиной. А, о как. Ух, какие окуни-то, а. Я же тебе говорю, фиг с ней с этой глубиной. Не, я все понимаю, но... Такого я давно не видел. Зачетное стадо здесь стоит, видно. Блин, не поверят. Ну что, давайте еще раз попробуем. Как это в прямом эфире. У меня там, значит, гальян плавает рядом, не клюет, да? Ага. А надо вот так, да? Раз. И что, ее так? Глубина здесь 40 сантиметров, наверное. Все, ушли уже. Нету. Надо выше поднять. Ага. Да ладно. Че ушли-то? Не поверят. Реально, люди не поверят. Ну, давайте еще одного, третьего и хватит. Ага. Да пусть их бегут, так убегут. Куда их? Червяка уже нету. Ну что? Что нету? Эх, ну давайте этого пробуйте, остатки насадить. Да где там? Боже, висит чуть-чуть. Если захочет, клюнет. Ему сейчас, я так понимаю, в азар типа барабану что брать. Так, ну что, давайте еще раз попробуем. Опыт. Ну, глубина. Ребята, конечно, глубина. Их тут вообще стоит немерено. Решил удочку собрать на малька. Рядом кинул. И что-то село уже. А, Юрий Петрович там долбит их. Опять стадо пришло. Видите? О, не глубоко заглотил, этого я отпущу сейчас. Поймайте вы крайнего, да пойдем. Да, пойдем. Ну все, приподнимайте, как на мормышку. О, как на мормышку. О, этого отпускаем, так. Как раз крайнего.
Этого пускаем. Этого однозначно пускаем. Маленький. Конечно. Пусть бежит. Так. Все. Родной, беги. Все, иди. Отлично. Дорогие друзья, закончилась эта реально классная рыбалка на кумжу, ну и окуня. Значит, что у нас сегодня? У нас полный пакет грибов. Кто-то скажет, что сыроежки это не грибы. Ребят, я тоже так раньше думал, пока не научился их готовить. Но это все мелочи. Пойдем по рыбе. У нас сегодня вот столько рыбки. Видите? Дорогие друзья, вы скажете, много мелочи. Да, не спорю. Вот эту форельку я бы с удовольствием не брал. Но, к огромному сожалению, она заглатывает прям, вы сами видели, уже не вытащить. Всякие там экстракторы, или как это там называют, я не знаю. Очень, ну не вытащите. Мы ее повредим ей жабры, потом выпустим. И она все равно сдохнет и будет мучиться. Пусть мы лучше ее съедим. Значит, что у нас сегодня? У нас есть достойные экземпляры. Кумжечки. Смотрите, какие. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре. Четыре. Ну, четыре, наверное, да? Четыре. Четыре хороших кумжи, окуни. Ну, кумжечки-то, ребята, реально зачетные. Рыбалка у нас удалась. Грибы собрали. Классно отдохнули. На этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Медведя мы пока еще, слава богу, не встретили. Все, всем счастливо, всем пока.